Приветствую вас на моем канале разборов анонсов, телепередач, психологических обзоров от Оксаны Гетман. Подписывайтесь. А сейчас я вам расскажу, что нас ждет в последней серии проекта «Холостячка». А вы мне напишите в комментариях, какой холостяк вам нравится больше всего. Какой, по вашему мнению, больше подходит к Ксении Мишиной. И за кого вы болели. А в следующей серии нас ждет встреча с родителями Ксении. Каждый из холостяков встретится с ними. А также будет по одному свиданию, на котором якобы будет имитация секса. Но Ксения не будет с ними заниматься ничем, она будет отнекиваться, просто сделают такой максимальный романтик. И оба мужчины подарят ей по кольцу, она одного отбросит, а со вторым останется. А вы мне напишите в комментариях, за кого вы болеете, какой холостяк вам нравится больше всего, какой, по вашему мнению, больше подходит Ксении Мишиной. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!